Вот петарда, с которой нужно обращаться очень аккуратно. А вот продавец, что петарду продаст мальчику метр ростом. А вот мальчик, что петарду неловко взорвет и испортит себе каникулы. А вот полицейский, что найдет продавца и привлечет его к ответственности. Нескладно? Зато правдиво. В дни новогодних каникул десятки детей подвергают свое здоровье угрозе, покупая пиротехнику самостоятельно. Продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним – ответственность владельцев торговой точки. Сохраните праздник и здоровье ребенка.